Больше 120 тысяч жителей края страдают заболеваниями щитовидной железы, 100 тысяч – сахарным диабетом. В амбулаторный центр попадают самые сложные пациенты по направлению из поликлиник городов районов края и его столицы. За год центр принял почти 26 тысяч человек. Руслан Саидов среди них. У него, как у отца, сахарный диабет второго типа. Из поликлиники на Калинина его направили в эндокринологический центр. 26 у меня сахар поднимался. Я каждую ночь поднимался по 5, по 4 полторашки водички я выпил. Я прям жестко себя чувствовал по-другому. Когда уже начинали, мне вот укол ставят, и вот капли, мне вот стало лучше. Вот. Сейчас такого нету, вот 12, 15, 16. Идет на уменьшение на 8, на 7. Прежде чем Руслан попал в дневной стационар, на 10 дней в центре его полностью обследовали. Не только взяли анализы, но и проверили на самых современных диагностических аппаратах. К примеру, при сахарном диабете назначают методику электронейромиографии. Выявляют нарушения периферических нервов. Страдают нервы, проведение по нервам ног прежде всего, затем рук. Поэтому при сахарном диабете эндокринологи практически все время назначают эту методику. Обязательно также посещение невролога и офтальмолога. Одно из распространенных осложнений диабета – диабетическая ринопатия. Ее выявляют путем исследования сетчатки глаз. Пациенты будут жаловаться на снижение зрения. Вот, ну, это вот самое главное. Также может быть появиться пятно перед глазом, что будет свидетельствовать о том, что есть отек на сетчатке. Я надеюсь, будет операция, вот в качестве уколов как-то делают эти на глазах. Вот на это я надеюсь, на лечение какое-то, потому что у меня уже второй глаз, по-моему, что-то начинает такое делать. Врачи говорят, что на приеме у офтальмолога порой и выявляют патологии эндокринной системы, направляя пациентов на более глубокое обследование. В эндокринологическом центре помощь оказывают и больным с редкими заболеваниями. Сейчас здесь наблюдаются все пациенты с таким сложным эндокринным заболеванием, как акромегалия. Здесь ведется регистр. Это такая уникальная возможность для пациентов получить качественную своевременную помощь с той патологией, которую никто не знает, как вести, кроме вот эндокринологов крупных центров. В эндокринологическом центре пациенты также могут получить консультации со специалистами федеральных центров. Здесь активно начали использовать и телемедицину. За год проконсультировали 50 тысяч человек. Приехать в Барнаул может не каждый пациент, поэтому онлайн здесь дают рекомендации по лечению и приему лекарств тем, кому это жизненно необходимо. Татьяна Голубева, Данил Кузнецов. День с толком.